Восстановлением фасада здания 5-й средней школы занимаются работники ЖЭК администрации города Цхинвал. Работы идут второй день. Их планируют завершить к началу учебного года. Фасад был в очень плачевном состоянии. Старая штукатурка обваливалась. Что могло вызвать к несчастным случаям, не дай бог. Как вы видите остатки вот старого фасада, он весь потресканный. В зиме, я думаю, он весь обвалился, поэтому было принято решение полностью демонтировать старую штукатурку и, соответственно, сделать новую штукатурку. Фасад здания находился в плохом состоянии, штукатурка осыпалась. Нередко куски падали прямо перед детьми. Руководство школы направило заявление в соответствующие инстанции с просьбой отремонтировать фасад. Писали письма, заявления, прикладывали фотографии здания. И вот, наконец-то, откликнулись и ремонтируют фасад нашей школы. И вот в этом процессе, вот в этой работе мне хочется сказать огромное спасибо нашему руководителю, нашему президенту Анатолию Ильичу, потому что благодаря ему сегодня школа отстраивается, фасад ремонтируется, и это личная его заслуга. После восстановительных работ фасада школы в планах ЖЭК провести внутренний косметический ремонт. Внутри планируется провести работы по текущему ремонту сантехнических приборов, электроприборов. Руководством поставлена задача отремонтировать, закончить работы к началу учебного года. Ведутся работы по благоустройству двора школы. Рабочие сняли асфальтное покрытие, территория будет уложена брусчаткой. Анжела Кукоева, Рауль Кочи, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.